Что ты, для тебя вот самое важное вот, в этот период ты сделал? От взгляда, как ты считаешь? Знаешь, вот я запомнил эти две вещи. Мне казалось, что когда ты меня мобилизовал во взгляд, мне показалось, если что-то позитивное во взгляде и сделал, то я попытался визуализировать и придать этому какую-то стилистическую окраску. Безусловно. Потому что поначалу, так сказать, она визуально была очень разношерстная. И у меня, так сказать, до сих пор благодарность к судьбе за... Это как будто ты участвовал в группе «Битлз». Знаешь, я, так сказать, бесконечно благодарен тому, что однажды я оказался в этих гостях, потому что, как ни странно, ну, действительно, у тебя ты пытался, так сказать, неизвестного тебе человека, который понтовался и что-то советовал, взять на слабо, ну, а я в результате очень тебе благодарен за то, что так получилось. Спасибо, но я не брал на слабо, я просто, мне понравилось то, что ты говоришь, и это абсолютно нормально. Кстати, к тому же тогда я притащил кучу самой продвинутой техники, конечно, из видеофильма, которой во взгляде-то не хватало.